У предпринимателей появилась возможность получить финансовую поддержку. Субсидию на развитие производства предоставляет бюджет Кемеровской области. В этом году на эти цели для Ленинска-Кузнецкого было выделено 19 миллионов рублей. Получить субсидию могут предприниматели, производители какой-либо продукции. Производителям товаров и продукции на приобретение оборудования для модернизации производства, на аренду помещения, в котором осуществляют деятельность. На территории моногорода субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться льготными условиями при запуске бизнес-проекта по договорам франшизы. Еще одна значимая мера поддержки предпринимателей, которой, кстати, уже успели воспользоваться несколько жителей города – микрозайм на льготных условиях с годовой процентной ставкой 3,62%. Предоставляется для действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих хозяйственную деятельность не менее 6 месяцев на дату регистрации, на дату обращения за микрозаймом. До 300 тысяч рублей – это для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства с момента регистрации, которое прошло не более 12 месяцев на дату обращения. Еще один вопрос, который рассмотрели на Совете по предпринимательству – вовлечение молодежи в бизнес. Одна из мер – встречи с действующими предпринимателями и экскурсии школьников на производство. Положительный эффект от таких встреч уже есть. В новом учебном году школьники посетят еще несколько предприятий города. Мария Силантьева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.